Всем привет! И снова я. Приветствую вас на моем канале «Кухня простая и сложная». Сегодня мы с вами будем готовить постное блюдо – картофельные котлеты. Вы не поверите, это тоже очень просто. Для этого нам понадобится картофель, репчатый лук, мука, соль, мускатный орех и черный молотый перец. И немного растительного масла. Итак, начинаем. Наша картошка готова, лук пожарен. Начинаем замешивать фарш. В картофель добавляем жареный лук. Потом добавляем мускатный орех. Совсем немного. Картофель не должен полностью остыть, он должен быть теплым, для того, чтобы в дальнейшем лучше формировались наши котлеты. Начинка готова. Итак, картофель готов. Смазываем стол маслом и начинаем делать чайник. Смотрите, какая консистенция получилась. То, что надо. Теперь на стол насыпаем муку. И начинаем формировать. Я предлагаю сделать круглую форму. Нужно посыпать противень. Форму можете делать, которая вам нравится, и размер. Чем меньше размер, тем быстрее они обжарятся. То есть не нужно будет долго их держать на сковороде. С двух сторон обжарили, готово. Очень много зависит от качества картофеля. Есть картофель, который хорошо разваривается, а есть картофель, который впитывает в себя очень много воды и приготовки. Он совсем не подойдет для этого блюда, потому что он будет разваливаться и будет держаться при жаре. Итак, наши картофельные котлетки сформованы. Можно отправляться их жарить. И теперь наши котлетки мы отправляем на разогретую сковородку. Они очень быстро подрумянятся, так что советую от них не отходить. Ну вот, смотрите, наши котлетки подрумянились достаточно быстро. Примерно 4-5 минут с каждой стороны. Наши картофельные котлеты готовы. Приступаем к оформлению блюда. Будьте аккуратны, они очень нежные, поэтому выкладывать их нужно очень аккуратно. А подадим мы их соусом песто. Приятного вам аппетита! Подписывайтесь на мой канал.